Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала, с вами Inferno Games. Как говорится на прошлой серии или на прошлом стриме, я пытался пройти игру Broken Dreams. И итог, меня убивала либо вот эта шняга, либо вот этот с ребрами слепой дурак, дурачок, короче. А этот, который постоянно, ой, сейчас приду, и тебе встану, помешаю, боже. Они меня все достали, поэтому у меня проблемы с нервами сейчас будут, я не знаю, что мне делать. Ну, буду, короче, как-то так выражаться, но не до такой степени, чтобы было прям капитально слышно вот это все. Короче, меня они просто достали, меня они выбесили. На прошлой серии сколько бы я раз не пытался пройти и не получалось, сейчас на этой почему-то у меня 100% не получится. Ну что ж, давайте начнем. Два настырных челика, блин. Господи. Вот, остановился я здесь. Именно здесь. Вот эта наглая морда, которая сейчас побежала. Она мне все портит. Именно она. Вот сколько бы ты раз ей не пытался сделать что-либо. Она всегда тебя везде найдет. Везде унюхает. Просто вот нюхает она везде меня. Не знаю кого. Будто бы я на кого-то похож. Боже. Это вообще. Меня просто вымораживает эта игра, потому что где я только не встану, этот Фредди или что-то, оно меня находит. Я просто не могу понять, почему. Где я только не встану. Как только все 5 труб я сделал, да, вот этих штук. Сломал, да. Они просто сговорились потом. Будто заодно. Я не могу ни того поймать, ни другого не успеть обижать. Я не могу просто за ними убегать. Почему я так медленно иду, я понять не могу. И в каком месте он ходит, я тоже не могу понять. И это мне тоже не нравится. Я ее вообще ненавижу. Столько серий за нее запорол. Пытался пройти, не получается. Просто будто специально они друг с другом. Заодно. Опять она приперлась. Залазь в свою обратную вентиляцию, блин. Ты меня достала уже. Сколько можно трепать мне мозги? Где ты, блин, ходишь? Да ты издеваешься. Господи. Он меня достал. Сколько можно издеваться надо мной? Он меня просто бесит. Вот я не знаю, как этих идиотов ловить. Я не знаю, что я сколлекционировал, мне вообще как-то по барабану. Я сейчас явно не в настроении, похоже. Отстань ты от меня наконец, а? Что тебе от меня надо? Я от тебя еле как убегать не могу, ты, блин, мне все мозги компенсируешь. Вместе с этой монголищей. Господи, меня они оба вымораживают. Они мне трепают мозги по самой не хочу. Я не понимаю.
просто, я не могу понять. Они что, чуют меня, что ли? Этот, каким образом меня чует, где я нахожусь? Вот в каком ты месте, блин, меня находишь? Где я только... Опять ты приперся? Я бы тебя топором зарезал сейчас. Мне не нравится этот аниматроник. В том числе. Ты специально, да, сейчас пойдешь ко мне? Да? Ну давай, давай. Я жду этого момента. Как будто специально он это делает. Встает посередине стороны. Ой, все. А что дальше? А куда мне идти? Вот иди туда, куда тебе надо. Господи, что тут делает лицо Чики? У нас тут нет пасхалок. Опять он развернулся своим лицом ко мне. Зачем я зашел? Хватит дышать мне в спину. Наконец-то оно несется. Попробуй появиться передо мной. Специально это делает. Будто специально вот это опять. Вот 100% она мне специально это все подманивает. Сколько бы я не обманывал вокруг пальцев, они везде меня ловят. Вот, да, на прошлой серии вот именно на стриме я сидел в вентиляции, и каким-то образом она такая: я тебя чую, сейчас я тебя сожру. Вот что мне с ним, прикажите, делать? И деваться некуда было. Вот теперь думаю, с какой стороны она появится. Боже, это просто невыносимо проходить. Знаете почему? Потому что ты постоянно сидишь на Ctrl нажимаешь, у тебя пальцы устают. Я не знаю, как я держу Ctrl и хожу одновременно, но я не понимаю, у меня просто не получается пройти. Ты просто идешь и все. Держишь Ctrl, чтобы сидеть. Красться, точнее, как это я называю. Я обожаю, конечно, стелс-игры, но не до такой степени, чтобы они прям... Ты сейчас специально сюда пришел, да? Вот специально. Нахрен. Просто нахрен, я просто сейчас возьму и буду выносить всем мозги специально. Как
Как бы я ни пытался обмануть их, они меня везде находят. Господи, это просто надо было подождать определенное время, да? Сколько я лет ждал это время? Дофига. Аллилуйя, я прошел. Господи. Это была просто пустая трата времени. Кто-то принял суицид и рассказал полиции? Понятия не могу. Точнее, понятия не имею. Ладно. Допустим. Боже, сколько я времени, ребят, на это потратил. Я на сколько-то серий пытался пройти. Вот просто дофига времени я потратил вот на эту игру, чтобы, блин, эти сломать чертовы трубы. У меня микро опять отошел от этого. Что я хотел сказать? Короче, вот, я прошел, да? Вот это та самая вредная сволочуга, которая мне постоянно мешала выигрывать. Rotten Beer. Rotten почему-то. Я не знаю, что у него внутри находится. Либо сердце это, либо нет. Короче, фиг его знает. Он слепой. Но он прекрасно слышит. Просто прям прекрасно. Но я его ненавижу. Этот постоянно мне мешал. Постоянно. Вот где я только не пройду, он такой: я встану поперек пути, ты не пройдешь.
Ну и самое бесячее в моей жизни это вот это. Та самая мангал, которая меня абсолютно раздражает. Я ее вообще ненавижу. А вот это кто, я фиг знать не знаю. Кто это такой даже? Это, наверное, тот самый пацан, который, типа, вот этими фиолетовыми огоньками, типа, стой, я должен посмотреть, а потом он, короче, улыбается. Наверное, так думаю, что это он. Ну, скорее всего. Почему-то мне просто так кажется. А что, скримеров не будет, да? Ой, как жалко. Ну да, это сердце. Только какой-то фиг пойми какое. Вот нормально, аниматроник был. Что они его так испоганили? Боже, какой ужас. Это что такое? А? Нет, серьезно, я не вижу. Что это? Тут е... Ладно, ладно, я не хочу это слушать. Просто не хочу. Забыли об этой теме, которая сейчас только что была. Ладно. Что ж. Спустя определенное время я наконец-то прошел эту игру. Больше я к ней возвращаться не буду. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться, лайкать и комментировать эти видео. Это игра Broken Dreams, то есть разбитые сны, или как брошенные, или что-то там. Брошенные или разбитые сны, короче. В общем, это игра разбитые сны, я так понимаю. С вами был Inferno Games. Насчет стримов. Стримов пока, вероятнее всего, пока что не будет. Я пока еще подумаю. Может быть, когда-то я все-таки спланирую все-таки на следующей неделе сделать стрим. Ну, типа вот рабочий, нерабочий, не я подумаю, ребят. Насчет этих стримов. Мало ли вдруг. Ну, пока еще неизвестна конкретная дата моих стримов. Но я обязательно предупрежу вас в группе ВКонтакте, если кто-то будет все-таки смотреть стрим и будет меня ждать. Так что вот. Поэтому не теряйте меня. На данный момент пока видео только будут выходить, стримов пока не будет. Если кто-то будет там искать меня, я всегда на месте, я всегда могу написать в комментариях, если кто-то напишет. Просто говорю, что стримов пока временно не будет. Потому что я пока еще планирую, что еще снять мне. Типа, ну, чтобы в стрим входило вот прям вот капитально, чтобы я прошел, вот мне понравилось, как вот The Joy of Creation тот самый. Поэтому вот. Я пока точную дату не знаю. Но я обязательно предупрежу. Так что ждите и всегда включайте уведомления, чтобы наверняка знать, мало ли вдруг. Уведомления всегда должны быть включены. Дабы, чтобы знать наверняка. Мало ли вдруг. Все возможно. Ладно. Что-то я слишком много заговорился. В общем, это все. С вами был Inferno Games. Увидимся в следующем видео. А пока что всем удачи и всем пока. Держитесь там. Надеюсь, будет все хорошо со временем. И скоро этот кошмар закончится. В общем, ребят, берегите себя и своих близких. Всем удачи и всем пока.